оцениваете работу своих подчиненных администрации города Назарово? Насколько успешно и с полной ли самоотдачей они работали этот год? И довольны ли вы своей работой? Я ждал этого вопроса, Оль, от вас. Спасибо. Вы знаете, я к работе всех и к своей частности отношусь критически. Вот смотрите, вроде бы как программу переселения мы выполняем, да? 113 семей у нас было на 5 лет, мы решили сделать за 3 года. 7 семей не удалось, материалы в судах. Вроде бы как и программу в РАПе мы закрыли. С другой стороны, удовлетворение от того, что вот первые 2 года мы вот все сделали, а третий год вот не удалось, у меня нет. Поэтому хоть и говорят, да вроде бы как закрыли, и в следующем году это сделаем, но у меня удовлетворения от этого нет. Поэтому я говорю, здесь я не доработал, и мои специалисты не доработали. Отношусь критически. 86-й дом. Вроде как нашли с помощью депутатов законодательного собрания министерства решение вопроса по субсидиям и переселению. Сегодня говорят мне, одной семьи найти не можем. Значит, плохо поработали. Мы купили квартиру, все, а одной семьи нет. И 100, там 10 тысяч осталось еще неиспользованных. Очень бы хотел, чтобы это был ноль. Но оценку не мы делаем, а делают третьи лица. Поэтому вот так. И самое главное, самое плохое, наверное. Вы меня не спросили, допустим, самое сильное впечатление этого года. Я вам навязываю это. Я вам хочу, знаете, что сказать? Вот 17 ноября у горящего дома по Советской лежит девчонка, 3 годика, на снегу под покрывалом. У нее не будет ни 1 сентября, ни бантиков, ни свадьбы, ни... вообще ничего не будет больше. И вот я стою напротив нее и думаю, а ведь в том, что ее уже с нами нет, виноваты в том числе и мы, взрослые, и я как глава города. И вот она мне постоянно, вот, поэтому, когда мы говорим о том, доволен, недоволен, вот я гляжу на это, и это перечеркивает все, недоволен. Дедом недоволен, который вот 90 лет сгорел у нас не так давно, потому что жители рядом были, понимаете, видели, что он в таком состоянии, не позвонили, службы ни одного обращения не было. И они должной прыти и ответственности не проявили со своей стороны. Вот как к этому отнестись? Доволен или недоволен? Недоволен.